этом году начался четвертый год международного десятилетия сближения культур, который по инициативе Казахстана и лично по инициативе, это была инициатива президента Назарбаева, был сначала провозглашен как десятилетие в ЮНЕСКО, и затем была принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках этого десятилетия 2016 год в Казахстане ознаменуется тем, что ЮНЕСКО принимает активное участие в праздновании тысячелетия города Алматы. Это празднование было принято решением более чем 170 государств на недавней генеральной конференции ЮНЕСКО. Кроме этого, каждый год женщины и мужчины вашего большого региона празднуют праздник весны. Этот праздник предков, Наурыз или Навруз, как он называется в некоторых странах региона, был по просьбе группы стран включен в 2009 году в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, как подлинно культурная традиция многих народов. И по случаю Международного дня Наурыз я хотел бы передать вам всем самые искренние поздравления и выразить надежду на то, что этот праздник будет всегда с нами как проявление солидарности мира.